В Краснодарском крае полицейские раскрыли дерзкое убийство ветерана Великой Отечественной войны. Трагедия произошла в поселке Большевик Ейского района в июне прошлого года. Тогда в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов поселка обнаружен труп пожилого мужчины с ножевыми ранениями. Приехавшие на место сотрудники полиции установили, что убитым является 87-летний местный житель, ветеран Великой Отечественной войны и ветеран органов внутренних дел. Установить лицо, возможно, причастное к совершению убийства по горячим следам, не удалось. Раскрытие данного преступления находилось на особом контроле у руководства краевого главка. Задержать убийцу ветерана для полицейских было дело чести. В результате в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками уголовного розыска. Злоумышленником оказался ранее судимый 30-летний житель города Ейска. Молодой человек был знаком с потерпевшим, он часто занимал у пенсионера деньги. Между мной и знакомым Сакуном Иваном возник конфликт, в ходе которого я нанес ему ножевой удар, ножевое ранение, от которого он скончался. В настоящее время подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.